на скрипке ровно 2 года, и для вас она хотела сыграть 9-ю барию, 1-ю часть и Дердла Кармен. Ты не думай, что я забыл все комплименты, которые ты мне сказал. Понимаешь, вот все, это мой принцип, да? Все равно закладывается вот в твоем возрасте, да? Потому что самое трудное в нашей профессии, я считаю, это научиться как бы себя с чистой стороны. Ведь я всегда говорю, если кто-то, я, ты или кто-то другой, что-то делаем нехорошо, это не значит, что мы так хотим. Мы себя не слышим. Когда ты со стороны услышишь, скажешь, это нехорошо. Да? Другое дело, не знаю, как это исправить, может быть, но уже услышишь. И поэтому одна из задач, вот это, то, что ты увлечена, и очень хорошо увлечена и музыкой, и пирамидой. И вот смотри, и совершенно естественно, вот начнем первый пункт, я пока говорю в общем, потом конкретно. Первый пункт. Ты играешь пока на маленьких клавишах, да? Ну и смычок, не целый. Естественно, так сказать, диапазон динамики там и прочего на скрипке, ну пока еще меньше, чем на больших, правда? Вот. Но музыка-то остается музыкой. И поэтому нужно научиться вот, интерпретировать вот, и исполнять то, что ты делаешь в плане музыкальности, исходя из своего сегодняшнего максимума. Да? А ты обладаешь хорошим темпераментом, да? И ты даешь, берешь там быка за рога сразу. Ну и, понимаешь, конечно, знаешь, я не к тому я тебя еще могу похвалить. Но я, когда начинаю, так сказать, немножко беседовать на тему, что надо в будущем иметь, я всегда смотрю, что ты должна получить, когда ты будешь взрослый артист, правда? Да? Поэтому это все, это первое. Да. И вот в этом плане есть несколько сразу общих замечаний, которые мы сегодня, конечно, не сможем вслед. Ну, во-первых, я сказал, подумать о том, чтобы не играть всегда как бы полным звуком. Да? Второе, понимаешь? Вот твой темперамент все время приводит вот к этому. Каждый смычок у тебя отдельный импульс. Да? А фраза значительно очень редко, когда идет по смычку. Да? Поэтому вот смотри. Это связано и вот с той ритмической ситуацией, которая здесь в принципе заложена. Да? Вот тут очень часто присутствует как бы длинная нота и пассаж. Длинная нота и пассаж. Вот ты играешь как бы импульс, длинная нота, а пассаж такой обменник, который то ли нужен, то ли не нужен. Да? Я думаю, что надо в таком случае, Мелёха, попробуй, чтобы энергия исходила именно из этих быстрых. А длинная нота – певучая, результат певучий, продолжение того, что было. Да? Вот. И то же самое казалось не только в технике. Естественно, вначале в этом маэстоза ты должна обязательно показать активность там, да,
Ленина, да? Но где-то 8, где-то меньше. И в этом плане тоже я бы тебе посоветовал, думаю, что тебе уже советовали твои учителя, думаю, что надо подумать о развитии разных ощущений и видов движения и вибрации. Да, да, потому что ты, говорю, скажешь, что всей рукой, а если бы ты могла, иногда сколько, у тебя было больше бы уже сегодня возможностей для разных красных. Вот. А теперь давай еще раз сначала, я, если ты мне позволишь, буду пытаться с тобой что-то. Можно? Раз. Очень хорошо. Но вот эти попробую тебя повторить. Да? Вот чуть-чуть вот внутри. Туда. Активно нужно. Но каждая активность должна быть подготовлена с ним. Тогда. Готовка взлет, то есть она ускорение смычка, прибавление звука.
и интенсификация вибрации. И тогда представь себе, что играют два инструмента. Представь себе. Вот один играет так, а другой делает. Вместе получится. Вот попробуй. И приготовь это самое. Нет, только хорошо, только не пережимай. Да, да. Очень хорошо и попадаешь. Единственное, я сразу тебя в двух планах предостерегу. Ты хорошо попробуй? Предостерегу. Ну, знаешь, я бы не советовал, применяя вот такие глиссандра, играть именно в правую дверь. Вот если сыграла туда, то надо это делать. Поэтому в этом случае я посоветовал или назад. Второе. Когда ты играешь вот эту ноту, опять же, если ты поймешь, я попробую попроще сказать, да. Здесь всегда, особенно в сольном проведении, да, тогда, когда инструмент многоголосный, а полифоническое, есть смысловая мелодическая линия, то есть сама мелодия. И есть, как она фактурно изложена. Понимаешь? Да. И в принципе, вот это. Да. Поэтому делать эту активно. Да? Вот! Да! Пей!
каждая нота в контейнере пенсионного смычка является очень важной для продолжения пения. Вот. Продолжай петь, да, продолжай, да? И вы тоже, вот ты играешь. Я думаю. Экономить смешок просто, когда начинаешь менять только колодки. А? Черт. Да, и когда мы поднимаемся или что-то делаем, ну, какой-то элемент должен быть вот тем мотором, который это делает. Правда? Вот. Я советую, что это будет хорошо. Поэтому. Это экономить сейчас, правда? Понимаете? Да? Рада. А и дальше из-за такта подготовка, новый уровень экспрессии, новый уровень динамики и новый уровень там всего, что возможно. Так? Нет, акцент мне не нужен. Мне нужны 4 ноты тянуть. Все 4 ноты, да? Хочешь компенсировать этим. А я хочу, чтобы это был естественный приход. Именно ноты до этого надо подготовить. Да. А теперь попробуем. Хорошо. Но представьте, повторяйте там 50 раз. Вот если я играю как ты, да? Вот ты играешь так. Играть и так. Почему не так? Ты должна показать, к чему ты, для чего ты повторяешь что-то, да? Да? Это была и самая, да? Ага. И ты это можешь. Я просто... Та-та-та-та! Что потом может большие проблемы. Когда начинается трудность левой руки, ты невольно забываешь о правой. Вот ты играешь. Какая часть ручка там? Поэтому это или нижняя, или верхняя. Но только концентрированно. Но только не вот. Вправо, влево, вправо, влево. Да. Ну и до конца.
оставляешь себе времени на предпоследнем, и вместо ноты делаешь позу. Да.
надо играть. Чуть-чуть проведи, чтобы был еще отзыв. А? Комбинация
громкости, то есть самой динамики там, или тихого звука, с вибрацией, со скоростью смычка, с открытием смычка, с артикуляцией. Да? И вот давай мы сейчас работаем с этих позиций. Еще один момент, конечно, потому что мы все не можем успеть. Понимаешь, ты должна немножко тебе точность текста первого. И вот здесь двух листах. Вот здесь нет ритма. Здесь можно дискутировать, у меня слишком много. Оно близится. Слава Богу, знаешь? А здесь его нет. Да, конечно. Теперь давай сначала, да? И вот первая фраза, как бы уже первые два аккорда, это характер. Да? Не очень согласен, да. Вот если бы это была бы другая музыка, то вот это она спокойнее играется. Больше воздуха в звуке, больше звучка. Но равномерно. Голос, верхний голос хорошо. Да? Это вот эта вибрация. Ей показать. Но только на синий мой, пожалуйста, можно этими оригинальными штрихами, да? Больше смычка. Или я играю лаву, но это не обязательно, не обязательно. Только чтобы у тебя хватило воздуха и дыхания на этом штрихе. Да, хорошо, ну попробуй вот так же смычок прекрасно ведет, но только у тебя на каждой ноте взрыв вибрации. Попробуй. Видишь, кисни чуть-чуть, но не останавливается. Ну еще раз. Штрихи можно принять любые. Вот я, может быть, разделяю. Не обязательно. Ну, взялся за лучше, так говорят, не говорит, что не надо. Да? Поэтому играешь не один смычок, экономим. Чтобы не жаться на каждой красивой ноте. Одна мелодическая поющая нота, да? Ну, фактурно изложенная так. Поэтому здесь помогает, на мой вкус, распределение смычка. Не надо на весь смычок. Вот пришла сюда, так как следующий длинный смычок начинается от колодки, то я советую подойти к ней и у нее остаться. Дальше, да?
получилось очень неплохо. Оно получилось у тебя вот завершение, успокоение. А то, что в оркестре знаешь, что новое, это так и тебе все равно. А на самом деле, мне кажется, здесь как раз вот в этом последнем резюме надо подготовить другие темы, вибрации. Поэтому я думаю, ну, меньше вибрации. Естественно, за так, тем более, важно, потому что с него начинали сопрано. Дальше. Следующая нота – это верхняя по тесситуре ноты этой фразы. Да? Тоже был важно. Ля бемоль. Это главная пружина этой темы. А вот потом есть разрешение. Двигайте наоборот. Это там где-то… Строение вот этого эспрессива. Да, это лучше. А еще более выпукло. Ну не бойся красиво это сыграть. Ведь три ноты красиво сыграли. А это тоже красиво, но спокойнее. Если ты на ней сделаешь крещендо, на ней развитие должно быть, но это не давление и не крещендо, это увеличение объема дыхания, это ускорение смычка, но не давление, чтобы не было вот прижать. Пожалуйста. А почему до без вибрации? Сыграй эту фразу всю и поем дальше. Thank you.
сказала все, что ты хотела сказать. Да? Уже и вибрация была максимальная, и твой попробуй. Ты знаешь, что там стоит на там, постой, и все возьми. К нему пришло. До этого, чтобы мы приобрели резервы, каким-то образом увеличивать напряжение звучания. Сама себе вредить. Сыграла очень хорошая песня. Если я как-то... Все, подавал. И ты весь. Да? Ведь главное, как привести к этому. А, знаешь, а если уже ударило, то уже вести. Наклоняешься, да? Да. Попробуй каждый раз в развитии а успокоение меньше, а подъем больше. Чтобы каждый раз был тот же самый дифференциация, но на новом уровне. Да? А себе больше каждый раз. Хорошая идея, но только не корявая.
на память. В принципе, нет пьяных. Не уходи раньше, да, это фото максимально тихо стоит, да? Да. Поэтому не уходи, да, да. Это была... Понимаете, да? Но, к сожалению, мы не можем. Спасибо. Спасибо большое. Попробуем.
не надо вот этого. Движение. Да, что понимаешь,
вот это вот то самое элемент импровизационности, который во всех мире сейчас заложен в стиле, да? Но ты, наверное, тоже в курсе, что Бах, в общем, нам сделал большой подарок в своих сонатах, написав все свои расшифровки, да? Что там, Мимича Кубивальди, Джиминьяни, все вынуждены сами придумывать что-то. И каждый считает, что он на уровне таланта того композитора, который есть. Да? Вот. Зовут Зубанского. Но это не значит, играя точные фигуры, что мы должны играть квадрат. Поэтому пульсация на три, ты можешь это внутри пульсации играть свободно. Поэтому раз, два, да, чуть позже начать и стремительнее сыграть. Видите, да. Останься.
то. Легато текучий не пропадает, чтобы это было вот одну ноту, я же не буду так играть. Правда? То же самое, а? Начало жизни, да? Понимаешь, тоже первая задача, понимаешь, это распределение смычка. Я, опять же, не консерватор, да, но играть вот это мазато вот здесь, надо больше использовать. То есть не прыгать, но пружинить, да? Да. Вкалы, вот эти самые правильные, задактовые акценты, не должны быть одинаковые. Вот начни где. Да, вот неплохо, неплохо, но ты все-таки играешь. Всегда сопутствовали вам и вашей супруге, и самого-самого доброго. Я думаю, что все искренне присоединятся, да?